таксист оказался любителем футбола. Ну как, Влад, сможет ФК Уфа завоевать первый свой трофей? Все возможно, все в наших руках. Видите, как нам повезло. Ночь и уже любитель футбола. Ну, сохраните хорошее настроение, на родину предков едет. Древняя Греция. А что, месяц написали, пожили, отправили, да? Видел? Месяц на машинке приехал. Ты видел? С маскира на нас. Обычно, ну, бывает, что приезжает. Он еще голову, да. Да нет, не пойдет. За замотанный сразу видно будет, что вскроешь. А вот нет, твой нет. Точно можно скрывать. Нет, ну я имею в виду, если там... Серег, понимаешь, что ты сейчас сюжет для ролика уже организовал Сергей Николаевич? И вот Сергей Александрович Томаров провел экскурсию для местных воров. Да, что он будет скрывать первым? Тут преступности не было до сегодняшнего дня. Новый тренажер специальный. Не замерзли? Нормально? Малинка тренажер называется. Сегодня будем на вас опробовать. Расстояние между сиденьями очень маленькое. Вот, смотрите, буквально. Пятерня еще чуть-чуть. Вот ребята у нас молодежки высказали мнение, что скорее всего раньше здесь возили гномов в этом автобусе. Сергей Богданович готов загрузиться. И вот наш водитель. Прекрасный человек, добродушный. Нашли, где живете? Нет, пока что. Хотите звать? Вон кто-то машет там. А, вон, возможно, это нам машут. Вон, Жора уже заселился. Вот такой номер. Собирался выехать на вечернюю, а она же будет первая тренировка. И мы потренируемся, завтра старт турнира. Там Каталин, а у него iPhone X. Он первый в Молдавии. Не, ну зачем? Сейчас весь Кипр знает уже. А вообще, кто что взял? Обратите внимание, кто у вас в команде? Своим телефоном подсвечивал, чтобы никто не упал и не получил травму. Это и называется уровень премьер-лиги. Когда ты понимаешь на шаг вперед все, что может произойти, и светишь своим телефоном. Давай.
Главный врач академии. А, они обе переехали. Ну, нас переехали, потом ее. Это трансфер. Первая тренировка в Пафосе. Завтра в двухразовом режиме футбольных клубов, а также тренируется, только уже на другом поле. И послезавтра у нас первая игра, и послезавтра вторая. То есть основное все-таки это участие в коммерческом турнире. Я хочу отметить, что это первый турнир, куда футбольный клуб Уфа пригласили уже в качестве VIP-участника. Футбольный клуб Уфа начал подготовку на кипрском сборе предстоящим матчем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хватай, сломали. Николаевич, все условия здесь есть, да? Вообще зеленое поле, вообще никак. Ну, в Уфе тоже зеленое поле. Не, это натурально просто. Ну, хорошее качество там, все есть. О, ну да, все условия есть. СПА, джакузи, все есть, короче. А где здесь СПА, джакузи? Ну, просто мы пока не видим. Вообще поля сильные здесь. Очень хорошие поля здесь. Вообще. Угу. Он как бы один за всех и все за одного. Ну, вот он сегодня отыграл, да? 0% брака. Конечно. Он джокер был сегодня. Я думаю, надо уже его переводить. Да. Видишь, даже перчатки не взял. В среднюю линию. Так не вижу, даже перчатки не взял. Перчатки не взял. Тренер забрал, говорит, сказал, покажи, как ты можешь. Лучше, говорит, некоторых там, которые там из Молдавии. Парень, как его зовут? Кэт. Витя Потрошко? Витя Потрошко, говорит, и его друг, как бы, Кэт Элинкар. Не, ну Кэт, ты нормальный, у него сейчас телефон, знаешь, какой? X. X6. С таким телефоном плохо не играют. Уровень премьер-лига.